Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. This was a case of state-sponsored, it was a state-sponsored hijack, it was state-sponsored piracy. The lawyer, he said that he's being treated lawfully, but he's clearly beaten and under pressure. There is no doubt that he may be tortured.